В общем, алгоритмы должны быть как можно более простыми, потому что все программисты тупые, ленивые, а структуры данных, которые все это собирают, должны быть как можно более умными. Итак, большинство подходов к строению распределенных систем — херня, потому что они не доказаны математикой. CRDT-шки отлично вкладываются в Каун-теорему, потому что они монотонные. С нуля я ничего не могу сказать, если имеется в виду с нуля то, что вообще человек никогда не программировал. Мозг ломается, от Эрланга ломается, от Хаскеля еще больше. Слава богу, ну не слава богу, к сожалению. Ну, вообще, на самом деле, ну так вот, JS как таковой, ну прям как язык, он же тебе иммутабельность, ну это же прям надо выдумывать, как ее сделать. Вот, то есть ты ее можешь сделать, только ограничив себя вот, ну, осознанно. Ну, то есть нет четкого разграничения между операцией, тем, как она выглядит, и мутабельна ли она, тебе приходится извращаться с поиском документации. Тебе приходится каждый раз возвращаться с узнаванием того, что использует вот конкретный метод, как он внутри реализован, не мутирует ли он какое-нибудь состояние где-нибудь. Вот. Ты когда читаешь код, ты его выполняешь в голове всегда, потому что тебе нужно знать тип. И вот тут вот как раз в скале, что вот мне конкретно нравится, это вот ее показательность того, когда ты определяешь тип. И это очень тупо. Программисты тупые и ленивые создания. Потому что ты всегда хочешь запихнуть квадратную штуку в круглое отверстие. Если не ты, то кто-нибудь другой обязательно это засунет. Я столкнулся с JSON-ом на скале. Так нормально, там все с типами, там эти... Да. Господи, Аргонавт же. Короче, кто знает, что такое монады? Монады — это штука, которая позволяет нам инкапсулировать грязность функции.